Финал ежегодных соревнований по мини-футболу среди общеобразовательных школ Одинцовского округа состоялся. Три команды из старого городка, Одинцовской гимназии номер 4 и Успенской школы боролись за первое место. Интересная деталь – возраст участников правила не ограничивали, поэтому в составе сборных были ученики и средних, и старших классов. Самыми активными болельщиками стали, конечно, родители юных спортсменов. Мама Саши Верхутина из команды Старогородковской школы уже и сама вполне могла бы быть тренером по футболу. 7 лет вместе с сыном ездит почти на все игры и активно участвует в его спортивной карьере. Родители безумно переживают, потому что каждая игра постоянно вот со всеми другими родителями на связи, любой счет обсуждается, в группе сразу начинаются некоторые мамы паниковать, там как это так, почему проигрывают, надо выигрывать. Вот. И родители иногда есть настолько активные, что это все, что сейчас происходило в зале, очень было тихо, у нас очень происходит громко, родители все пытаются поддерживать своих детей, болеть за них, ну и, соответственно, по возможности посещать игры. Напряженная атмосфера сохранялась на протяжении всей схватки за первенство. Футбол сама по себе очень напряженная игра и для самих спортсменов, и для болельщиков. Директор школы «Выбор Одинцова» Виктор Смирнов поясняет, в чем разница между футболом и мини-футболом. Другой подход к игре. Понимаете, играть 11 на 11, где поле 100 на 70 метров, понимаете, там даже чисто физиологически, там другая работа и мышц, и организм по-другому, там больше скоростная выносливость. Тут, потому что есть обратные замены, тут выносливость как таковая решающую роль не играет, я считаю, зато решающую роль играет быстрота и техника владения мячом. После соревнований состоялась торжественная церемония награждения всех финалистов. Первое место заняла команда Успенской школы.